Айзек, ты там? Прием, Айзек. О боже, прости, пожалуйста, Айзек. У нас же разница во времени. Я позвоню тебе позже. Нет, все в порядке. Нормально. Как у тебя дела? Хорошо. Ты был прав, Айзек. Ишимура — изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Тогда пользуйся моментом. В следующем году корабль списывают. Айзек, спасибо тебе. За что? Ты заставлял меня двигаться дальше. Если бы не твоя настойчивость, я давно бы все бросила. Но ты подталкивал меня. Помни, я расстаюсь с тобой на 6 месяцев ради этого. По-моему, мы выходим из зоны приема. Айзек, прием. Ты меня слышишь? Я позвоню тебе сразу, как только смогу, хорошо? Айзек! Айзек! Сосредоточьтесь, мистер Кларк. Итак, вы рассказывали мне о своих кошмарах, в которых фигурирует ваша погибшая подруга. Как там было ее имя? Николь. Я не хотела, чтобы все так закончилось. Хотела тебя вновь увидеть. Хотя бы разок. Я любила тебя. Всегда любила. Ах да. Николь Бреннан. Она ведь была старшим медиком на борту корабля класса «Планетарный потрошитель». Ишимура. USG Ишимура, верно. Экспедиция по добыче руды на Егидисе. Связь с ними пропала вскоре после их прибытия к планете. И вы в составе ремонтной команды отправились к ним на помощь. Причем вы вызвались добровольно, верно? Что произошло на борту корабля, Айзек? Они нашли кое-что. Что они нашли на этом корабле, Айзек? Обелиск. Вы контактировали с этим обелиском? Он вызывал у вас видения, верно? Неприятные видения. Он говорил со мной. Что он говорил, Айзек? Что он вам говорил, Айзек? Айзек! Айзек, вы меня слышите? Айзек! Айзек! Айзек, вы слышите меня? Дейна, я обнаружил Айзека Кларка. Повторяю, я нашел его. Отлично, Франко. Только осторожно. Он долго был в отключке. Так. Хорошо, хорошо. Спокойно, спокойно. Сейчас мы снимем эту смирительную рубашку. Где? Где я? Знаю, ты в замешательстве. Нет времени объяснять. Доверься мне, хорошо? Слушай, все очень-очень плохо. Какие у меня еще тут есть варианты? Чаю с ними выпить? Эвакуация. Так, хорошо. Давайте убегаем. Божечки ты мой. Бегим, бегим, бегим. Идет эвакуация. Так, отстань, пожалуйста. Идет эвакуация. Для поиска ближайшего выхода... Так, что нужно? Е-е-е-е, да? Жесть. Ребят, всех приветствую. Сегодня мы поиграем с вами в Dead Space 2. Так что всем приятного просмотра. И давайте смотреть, как найти отсюда выход. Глава первая. Если я не ошибаюсь, я, по-моему, в первый играл, а во второй нет. Так что, надеюсь, будет интересно. Так, мы сохранились. Это отлично. А как бы нам бы снять с вами... смирительную рубашку. Ага, вот кто-то есть. Ребят? Это Кларк, огонь! Ты чё? Ты чё, издеваешься? Ага, кто обзывается, то так и называется, понял? Не надо было в меня стрелять. Так, Кларк, давай отсюда. О, бонжур. Давай отсюда выбираться.
всему персоналу приказываю уничтожить все ключевые объекты и полностью зачистить комплекс. Это не учение, Тейман. Конец сообщения. Так, мы здесь ничего собрать не можем, походу нет. Так, идем дальше. Блин, вот это вот управление меня убивает. Надо будет, наверное, потом посмотреть, может, сенсу поменьше сделать. Так, открыть. Нолан Стросс. Сеанс 158. Так, направо можем, налево, да? Итак. Налево не можем. Это что такое? Сегодня глаз выглядит намного лучше, правда? Болит. Он все еще болит. Да, я назначу тебе еще один сеанс. Все еще болит. Нет, я не готов. Я не выдержу еще один сеанс. Я. Точно. Погоди, прямо нам нужно начнем. Куда-то Поговорим спрыгнуть. Том, видел сегодня. Только куда? Давай, Стросс. Я здесь, чтобы помочь тебе. Во, вот так вот. Он был черный. Черный светился красными символами. Символы нашептывали мне. Давай кому посмотрим, давай. Может, это интересное будет. И что же они тебе нашептывали? Ну же, Стросс, что? Это был всего лишь осколок. Всего лишь осколок. Но он так засрал мне голову мыслями, что там... И для чего больше не осталось места. Я не могу вспомнить, как она выглядит. Почему я не могу вспомнить ее? Символы, Стросс. Что тебе говорили символы? Они сказали, что я не виноват. Я их не убивал. Они не заслужили этого, и я не заслужил этого. Интересно, падла. Долго нам будет идти, верните падла? Верните мистера Стросса обратно в стазис. Увеличьте падла. Ему дозу на 30 миллиграмм. И понял. Попробуем добиться чего-то на завтрашнем сеансе. Так, нам в эту сторону. Хорошо, пошли. А кто нам пижаму нашу снимет? Мне интересно. Ну, ёб твою. Ты чего, мужик? Пациент 4, я помню тебя. Тейдман сказал, что все ключевые объекты должны быть Слушай. Ликвидированы, уничтожены. Вот еще один. Эй, послушай. А какой смысл? Да послушай же. А какой смысл? Мы оба можем выбраться отсюда. Просто. Просто сними с меня это дерьмо. Никто не выберется отсюда живым. Никто. Не делай этого. Ты меня напугал, мужик. Спасение. Успокойся, приятель. Ты только успокойся. Твой икс красный. Красный. Тут в стенном шкафчике аптечка и фонарик. Забирай их. Спасибо. Надеюсь, давай, ты на меня не нападешь? Забирай. Мне они больше не понадобятся. Так, есть. Айзек. Мы все будем гореть в аду за то, что с тобой сделали. Ясненько, до побачения. Ну, спасибо, что освободил нас. Уже будет как-то полегче. Кларк! Айзек Кларк, это ты? Кто ты? Меня зовут Дейна. Я пытаюсь спасти тебя. Почему? Что происходит? У тебя редкая форма безумия, Айзек, которую ты подхватил на Эгиде 7. Откуда ты знаешь? Откуда ты все обо мне знаешь? Эта болезнь убьет тебя. Но если ты доберешься сюда, я смогу тебя вылечить. Чего я должен тебе верить? Потому что это не я в тебя стреляю. Ну, пиздец. Просто иди по моему маршруту. Хорошо, давай попробуем. Блин, а мы не можем фонарик с вами на F-ку как-то включить, не? Нам нужно будет это как его зажимать, вот так руками. Так, нажмите B и удерживайте. Ага. Окей. Тихо. Тихонечко.
Так, давай посмотрим, есть ли тут что-то. Вроде не, можем спокойно идти с вами. Ой, мужчина, я так извиняюсь, я случайно на вас наступил. Так, прицел. Хорошо. Блин, ну если вы сейчас на меня нападете, я вас буду фонариком бить. Все, вроде нормально. Чисто отрыв башки, да, ребят, у нас здесь происходит. Ага, на пробел ногой. Так, сохраниться. Давайте, наверное, будем сохраняться. Так, принять. Да. Потому что я себя знаю, сейчас по-любому тут кто-то на меня нападет, и придется перепроходить это по 700 раз. Так, вроде чисто. Еб твою. Вот этот, эти звуки все. Сзади, сзади, или где они там? Что за черт? Хер его знает. Добро пожаловать, инженер ИИСИ Айзек Кларк. Доступ разрешен. Спасибо. Так, я только, конечно, не вижу. Ёб твою. Испугал дядю. Я, конечно, не вижу, куда я ползу из этой камеры. Но надеюсь, нас сзади за пяточку никто не укусит. Давай, 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 быстрее, пожалуйста. Бонжур. Айзек, что случилось? Ты в порядке? Почему ты мне помогаешь? Если Тейдман обнаружит тебя, погибнут люди. Я тоже. Нет, если будешь меня слушать. Мне это не нравится. Нравится, не нравится. Поторопись, пока не попал в ловушку. Идет эвакуация. Да, тороплюсь. Идет эвакуация. Для поиска ближайшего выхода ответьте X. Так, что нужно делать? Ага, наверное, эту штуку нажать, да? Ну да, как обычно, наш главный герой знает, какой провод нужно вырвать. Так, нажмите F, чтобы захватить предмет. Так, прицельтесь, нажмите F, чтобы захватить предмет. Какой предмет? Ага, вот так вот. Еб твою. Бонжур. Дам достала библиотеке. Еб твою. Это что такое? Идет эвакуация. Мы что-то подняли с вами. Эвакуация. Да я понял, понял. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим X. Я еще с шестого раза понял, что идет эвакуация. Эвакуация идет. Так, применить, отлично. Лечение на Q, хорошо. Падла. А когда я научусь стрелять? Кто мне скажет, когда я научусь стрелять? Идет эвакуация. Идет эвакуация. Так. Хорошо. Подняли. Здорово. Как оно? Вот я взял потрошков, уже где-то 1500. Где мой пистолет? Идет эвакуация. В
Кто мне идет скажет? Эвакуация. Что идет? Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим X. А, на буковку B, да? Угу, отсюда. Идет эвакуация. Еще раз. Идет эвакуация. Непонятно вообще. Для поиска ближайшего выхода сверьтесь со своим X. Так, нажмите пробел, чтобы труп разломать. Хорошо. Отлично. Ага, по-любому сейчас на нас нападет. Проверяй, смотри. Идет эвакуация. По-любому, да? Сейчас нападешь. Ну уже нет. Помогите! Помогите! Кому? О, господи! Ты где? Меня тут бросили. Бегу, 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 бегу. Вы не враг? Здорово. Помоги мне. Да помогаю. Помоги. Ясненько. Почему-то разрушить я не могу. Да, здравствуйте. Сейчас я вам помогу, подождите. Мужик. Успокойся. Сейчас помоги я тебя освобожу. Бля, этот да помоги же мне. Плазменный резак. О, черт! Блять! Быстрей, 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 быстрей! Помогите! Я пытаюсь! Помогите! Да, сейчас, сейчас! Помог, проверяй, да, ребят? Ёб твою. Угу. Хорошо. Интересно, как посмотреть, где у нас потрошки лежат? Не, хотя бы попытался, в принципе. В принципе, я хотя бы попытался, так что это засчитывается. Это реально засчитывается. Что такое? Что за звуки? Ладно, идем отсюда. Айзек, это Дейна. Да. Расчленяй этих тварей, только так их можно убить. Знаю, у меня большой опыт. Просто будь осторожен. Спасибо. Да мое второе имя, осторожность. А я могу тут где-то сохраниться? Или не могу? Не, к сожалению, не могу. Так. Бонжур. О, вот могу сохраниться. Шикарным. Так, принять, перезаписать там. Что у нас здесь еще есть? Не могу, да, ничего. Разрушить не могу. На всякий пожарный будем так делать. Мало ли. Мало ли они еще живые. Мне бы не хотелось, чтобы они меня пусть сделали. Ёб твою. Здорово. Что ты, Эк, нормально? Нормально, да? Блин, разработчики, дайте мне, пожалуйста, возможность вешать фонарик куда-то на лоб себе. И куда-то дальше. Кто мне скажет? А я по кругу, да, по-моему, иду? Я вроде бы отсюда пришел. Ну да, тут и все военно лежит, я отсюда пришел. И куда нам нужно идти? Кто мне скажет?
Так, ну тут был огонь. Ага, может мне сюда и нужно? Не. Вот дверка есть. Отлично, отлично, отлично. Перезарядились, поехали. Так, все конечности, все конечности. Монстры, уйди. У меня для вас есть плазменный резак. Ага, в эту сторону. Побежали. Айзек, Айзек, быстрее! Они гонятся за нами! Кто? Погоди. Кто они? Кто гонится за нами? Ты где, придурок? Давай, давай. Айзек. О, нет, нет. Айзек, помнишь меня? Пациент 5. Я пациент 5. Помнишь? Не помнишь? Твой план ни хрена не сработал. Двери заблокировались. Я сказала, поторопись. Ты что, не слышал? Слушай, я и без тебя обойдусь. Отлично, посмотрим, сколько ты продержишься. Еб твою. И не говори. Так, хорошо. Куда бежать? Или... Ага. Так. До побочня. Сейчас нужно немножко отойти, чтобы было проще. Во. Ага, мне все-таки туда нужно. Дейна! Дейна! Ты права, мне нужна твоя помощь! Ответь! Послушай, Айзек, я не навязываюсь в друзья, но так или иначе тебе придется полагаться на меня. Твой враг Тейдман, а не я. Все, нашла новый маршрут. Да, давай. Ладно. Так, где я, черт побери? И откуда опять взялись эти некроморфы? Ты на станции Титан на орбите Сатурна, а некроморфы, они... Черт! Тейдман глушит мой сигнал! Так, давай сохраняться. Некроморфы за нами следят. Все, поехали. Не знаю по поводу потрошков. Так. Медленно вращайте. Пока не появится голубая. Ага, вот. Точка, потом зажмите. Отлично. Мы с вами хакеры, да? Ау. Ч? А что это такое? Что это было? Прицельтесь, нажмите С. Ага, понял. Хорошо, что я сохранился. Ладно. Ладно, давай. Прицелься, нажми С, да? Мы время останавливаем. Прикольно. Так, управление, там выйти. Вот это вот классная штука. Зарядка. Так, мы зарядились по полной. Это что такое? Аварийный выход. Не понял.
То есть нам пробежать нужно, правильно понимаю? Ля ты, крыса. Ну да, нам туда нужно. А как это сделать? Может, что-то нужно поднять? А, я понял. Вот как. Всем шикарно. Я просто думал, ну, нужно будет поднести, типа, к сетчатке глаза что-нибудь. Не. Все гораздо проще оказалось. Здорово, братиш. Как оно? Прости, что помешал вам обедать. Но сами понимаете, что нужно отсюда выбираться. Так, ты кто? Потрошки. Фильтр, да, какой-то. Интересно, а те штуки, которые замораживают время, они у меня максимально бесконечные, либо вот этот вот желтый кружочек на спинке, видите, у меня находится. У меня сейчас половина желтого кружка, и только с помощью него я могу так делать. Какого хрена? Мы застряли. Это за металлика была. Ля, мы даже шарики можем с вами лопать. Прикольно, прикольно. Так, забрать. Нажми сюда для чтения. Так, представитель Донован, это доктор. Понял. Доктор Стрэндж, наверное, да? Так, фильтры. Забрали какие-то. Нам же сюда, правильно? Угу. Так, осторожно. А, не опасно, да? То есть стрелять здесь нельзя? Еб твою. И что делать? Повреждение корпуса устранено. Спасибо, что подсказала, потому что я бы стоял бы, наверное, тупил бы еще. Не-не-не-не-не, ты чё? Я ж на такое не ведусь. Я ж знаю, что вы лежите, хотите сделать кусь, дядя. А дядя кусь делать не надо. Так, силовой узел, хорошо. Это что у нас? Это у нас магазин. Добро пожаловать в Microstore, инженер CEC Айзек Кларк. Переключаемся на инженерный интерфейс CEC. Так, рюкзак — это предметы, которые вы несете в данный момент. Можете продать ненужные предметы, либо положить их в сейф, чтобы освободить место в рюкзаке. Так, назад. Покупайте и храните свои вещи. Не, наверное, нам пока здесь не нужно ничего хранить. Давай еще раз сохранимся. Я думаю, так нормально будет. Так, идемте дальше. Что ты мне предлагаешь? Что
ты мне предлагаешь? Так, магазин выбрать. А что такое? Улучшенный силовый резак. Костюм охранника. Ага, то есть костюм мне нужно купить будет, да? Костюм. Сортировщик, увеличенный стазис, дополнительный урон оружия. Увеличивает стазис, увеличивает стазис. Если бы еще знал бы, что такое стазис. Дополнительный урон оружия. Так. Вы уверены? А я без понятия. Ну, наверное. Наверное. Сейчас посмотрим, может, мы с вами сможем еще что-то улучшенное купить. Не знаю, если я неправильно сделал по поводу костюма, скажите мне. Может, другой нужно было брать? Ля какой. Так, а ну. Так, нет. А это что такое? Так, поддержка аптечки. Дополнитель 50% к уровню здоровья. При использовании аптечки в базе плюс содержит 15 ячеек и 15 брони. А я какой купил? Вот это, да, я купил. Бля, какой купил? Ладно. Давай смотреть, что это такое. Быстрый молот, улучшенный силовой резак, пистолет карателя, улучшенный детонатор, импульсная винтовка спецназа. Так, опасный лазерный пистолет. Может, это улучшенный силовый резак? А я могу только один выбрать, да, я так понимаю? Или нет? Так, а ну давай посмотрим. У меня ж улучшен, да, теперь? Ну давайте с этим, ребят, походим. Блин, не знаю. У меня, по-моему, усиленная... стрельба, если не ошибаюсь, да? Так, погоди. Если не ошибаюсь, у нас, по-моему, усиленная стрельба. Вот этот вот костюм. Так, базовые комплектации. Классический костюм карателя. Дополнительный урон оружия. Огнемет. Дротикомет и силовой пистолет наносит на 5% больше базы комплектации, терпимо ячеек, 15% брони макс. Дополнительный урон. Ну давай попробуем этот, посмотрим. Классический. Просто этот какой-то грязный, да? Что-то мне не нравится. Может, классический получится сделать? Этот еще хуже. Бум. Все. Ага, резак, да, мы забыли с вами взять. Так, снайперская винтовка, улучшенный детонатор. А где наш резак улучшенный? Так, улучшенный лазерный пистолет, это ж оно? Так, урон плюс 10, урон плюс 5, основой регенерации луча, удобно разрезать несколько битов сразу, значит, убил, чтобы... выпустить часовую мину. Все.
Ага, заполнены, да? Окей. А как менять оружие? Хорошо, на двоечку. Ага, вот есть что. Ёб твою. Бля. Прикольно. А это что такое? Хорошо. Давайте походим. Давайте походим, давайте посмотрим. Так, сохранится. Сейчас, ребята, одну секундочку. Кое-что посмотрю. Да, давайте на это. На этом, наверное, мы первую серию с вами закончим. Будет вот такая вот коротенькая. На 30 минуточек. А в следующей уже продолжим. Походим в этом костюме. Не знаю, может, если дальше будут другие костюмы, поменяем, но пока мисть в этом. А там уже будем посмотреть. Так что все, всем пока-пока, да потом, и следующая серия будет следующая серия. Так что все, всем мур-мур.